Не, летим на ту сторону, летим к тем воротам, летим, только не садимся, ребят, стоим пока. Выкиньте что-то. Левора. Так может крыса убили? Так по-любому слушаю, ты что, ты что? Да все, лол, мы прилетели, все будет хорошо. Может уже подеремся, или будем тоже залезть? Так, все, тогда сейчас, надо чистку сделать, Саша, ты в РК или как? Саша, ты же в РК, да? Могут быть камни на КД. На флаг уже? Давно уже прожимали. Что за гильдия скидывается? Ребят, причинки прилетели все? Сели на маунтов. Короче, нас троллят. Ребят, все будет, терпение. Так, прямо вот здесь на входе поставили штандарт. Здесь подошли, здесь поставили прям штандарт. На входе. Там входе, ребят, поставили штандарт. У нас писан в РК был. Троллить дальше. Я не знаю, человек походу в гильдии нашей он на вторую. За херем полетим. Я вот пару ников вообще впервые вижу. Нам не жалко. РК 34, я в группе. Все вроде. Фигня вообще какая-то. Так. Вообще. Че тут еще? Пампошка впервые вижу. Левора. Вообще не знаю, кто такие. О, слышишь, что ты? Что спустились вот сюда. Забрали всех. А такие. Убили всех. Ну, вот, второй мозгриб пошел. Харьковская гильда вроде. Пожалуйста, Миления. Миления? Да. Откуда? Смысле, откуда? Откуда это? Составить группу. Участник группы. Значит так, сейчас никто дальше не заходит. Дальше синие метки не заходит никто. Отличненько. Спустились по лестнице. Сели на маму. Сейчас в руках. Да, мы были. В группе нету. Зато обкашек. Добили там тех, кто надо. Забили гвардов. Не, подожди. Миления, чё по поводу РК скажешь? Ай, не ровно. Чё сейчас просто будет? Я ничего не скажу. Ох, господи. Бихолдер Сарда. Чё, ушёл? Да я выгнал это, Вот я это и хочу. Так, кто там ещё? Вот. Петелищи пишет. Пароль никому не скажу, буду сам подносить. Красные метки, заходим. Так, что у нас еще тут? Думаете, все, на этом крыски кончились? Да нет, тут просто какая-то, знаешь, если даже не через РК, то вот через скайп. Тут Бихолдер все посмотрел, Аликовская, ничего себе. На улице всех вот это вот они там сделали херню, тоже подслушали. Сто пудов. Я вот, Миленин, ты в гильдии. Нафига купол стрелял? Он рейд около святилища стоит. Ну там КД 40. Не на маунт. Все на маунт, все разлетели. Давай так, ладно, сейчас мы поставили. Так, ребят, ставьте последний раз. Короче, давай я один сюда сгоняю, посмотрю, что там. Сразу все повзлетали. Так, летим за Чиликом. Кто повлетал? Я вон один магом сгоняю, у меня портал есть, я быстро вернусь, если что. Так, и сидим вот здесь. Что-то бред какой-то на самом деле. Вот только-только сказали, еще одна что ли крыса, я не пью. А ты не давай в чат пиши лучше. Так, и в чат. Так, ребят, пока никто не летит, ребят, никуда, никто ничего не нажимает. Окей. Что? На горе не спешиваемся на оленя. Не вижу никакого. Вон олени валяются, дохлые храндомы, залили уже напрочь. Спустили, убили всех. Я не знаю, кто там что пишет. Вон, тут было 3-4 оленя, вон один опять спустился. А, не, вру. Так, уже больше. Все, на левой лестнице они все. Ой, что в святилище, ко мне импортуйтесь. Поставлю. Отступаем в сторону озера. Мы сейчас улетят. В сторону озера в боевой порядок. Святилище въезжает. В сторону озера в боевой порядок. Все уже. Святилище они уже убежали на поляну вниз. Или уже въехали и убегают. Портал, поставьте портал. Сели на маунтов и выстрелили в боевой порядок. ЗДшники впереди. ЗДшники в середине. Чуваки, вы чё? Сзади килл. Взлетаемся. Быстрее, ребят. Не улетает вот этот дух. Могу прикинуть пока вообще где. Ну, я походу не увижу. А, все, вижу. Так, выдвигаемся в ту сторону. Ребят, выдвигаемся за печеньки в ту сторону.
Дайте прям. Я по карте блинканул. Так, пока что вот не блинканул. По карте блинканул. Все, вижу. Вертолет. Чувак. Ух ты, сколько их тут. Че больше не вижу. А, во, вижу. Здесь много, здесь больше. Да, да, да. Что-то да. Отступили в наше святилище. Но так, чтобы че, решили... они летели за нами. Миленин спалился. Да, ну, уже, по-моему, да, он есть. Вот здесь сели. Пока мы были. Победу. Там. Есть, не в наших, есть во всяких этих. Да, уже у нас пол святилища разнесли уже, походу. Слышишь, а эти... Чё? Риф не может, да? Да, но у тебя это закрытый группа, то есть нельзя посмотреть, какие группы. По бингу перелетаем. Так, а где у нас крейзи? Я не понял. Крейзи, а что там делал, мне просто интересно. Как можно было вайпнуть, если мы все на маунт? Скрыт полетел. Теперь попробуй. Отлично. Я собираюсь вот здесь наверху. Понял. Так, ребят, ну их так походу больше. Все, понял. Народ, не спешивайтесь, и шаман же прыгнет сюда. Да, ребят, если мы сядем, мы вайпнемся. Их больше. Гораздо Пин- больше. Эй, пернул туда полет. Ребята, а чё вы падаете? Я не понял. Бумерангом. Цели, стрей, вы чё, с ума сошли? Бумерангом кинули, сшибли. Я не знал, что он слепой. Идёт отлитка за ветви. Тогда отлетаем, короче. Дилищ, отлетаем. Динайра, пошли ко со мной. Давайте выключим. Сверхнемся. Но это не дело, а чё? Пускай это будет. Остальные не пропускаются. Вот нас там ещё пропускают. Надо. Смысл туда бежать я не вижу. Ребят, только не садитесь, они сейчас в куче живее. Будьте на маунтах. На маунтах и так, чтобы ниоткуда было на вас. Да, просто вот на дерево.